Сегодня мы находимся на кафедре физической реабилитации и спортивной медицины Одесского национального медицинского университета в зале лечебной физической культуры. И именно отсюда я, заведующая кафедрой, профессор, доктор медицинских наук Юшковская Ольга Геннадьевна и сотрудник нашей кафедры Анна Юрьевна Коростылева, старший преподаватель, специалист по физической реабилитации, покажем, расскажем, научим вас, как правильно заниматься реабилитацией дыхательной системы после заболеваний легких, в том числе и после такой актуальной проблематики, как пневмония, вызванная коронавирусом. Физическая реабилитация пациентов, перенесших заболевания легких, пневмонию, в том числе пневмонию, вызванную коронавирусом, может дозироваться в зависимости от выбора исходного положения. Поскольку в каждом конкретном случае клиническая картина и субъективное состояние пациента отличается, то выбор исходного положения может быть различным. Это положение лежа в постели, это положение сидя и стоя. Мы начнем с самого сложной ситуации клинической, когда пациент находится лежа в постели, и выбор исходного положения будет в сторону исходное положение лежа в постели на спине. Важным аспектом восстановления правильности дыхательной функции является оптимальный стереотип дыхания. При дыхании пациент делает вдох носом, выдох может осуществляться через губы, сомкнутые трубочкой, или через нос. Еще раз, вдох носом. Выдох через губы, сомкнутые трубочкой, или через нос. Теперь попробуем на счет. На два счета мы делаем вдох. Раз, два. На счет раз, два, три, четыре мы делаем выдох. Выдох в два раза длиннее вдоха. Сделайте несколько вдохов и выдохов, акцентируя внимание на правильном соотношении фаз. Важным упражнением, которое тренирует правильный стереотип дыхания, является дыхание диафрагмальное. Диафрагма – это основная мышца, грудобрюшная преграда, которая находится между грудной и брюшной полостями. Диафрагма является мышцей, которая помогает осуществлять полноценный вдох. Для того, чтобы мы могли акцентировать внимание на диафрагмальном дыхании, я попрошу Анну Юрьевну положить одну руку на грудную клетку, а другую на переднюю брюшную стенку. Теперь мы делаем вдох носом, при этом надуваем брюшную стенку. Отлично. И выдох через рот, втягиваем живот максимально. Еще раз делаем вдох носом. И на 4 счета выталкиваем воздух из брюшной полости. И затем поднимается грудная клетка. И еще раз вдох носом, надули живот. Выдох, на 4 счета вытолкнули воздух. Такое упражнение повторяем 6-8 раз в начале и в конце нашего комплекса. Отлично. Теперь положим руки вдоль туловища и сделаем вдох, увеличивая объем грудной полости за счет поднимания рук над головой. Делаем вдох, можно через стороны вверх. И выдох акцентированно на 4 в стороны. Можно через верх над головой. Вдох. Отлично. Выдох. И еще раз вдох. Выдох. Замечательно. Выбор исходного положения позволяет нам дозировать движение, если очаг поражения находится в одном или в другом легком асимметрично. Например, если очаг поражения находится у нас в левом легком, мы укладываемся на правый бок, правую руку кладем под голову, левую руку при вдохе поднимаем, через сторону кладем наверх. Вдох, поднимаем руку, замечательно, выдох, опускаем. При этом, обратите внимание, происходит вентиляция нижних отделов левого легкого. Замечательно, да, прекрасно. Теперь мы можем перейти в положение сидя. Исходное положение сидя. Пациент может находиться
сидя на краю постели, сидя на стуле. Состояние пациента улучшилось, и он может самостоятельно в этом положении выполнять упражнения. Мне бы хотелось акцентировать внимание на правильное проведение дыхательных упражнений в тренировке выдоха и вдоха. Для этого мы сделаем вдох и выдох через губы, сомкнутые трубочкой. Пожалуйста, вдох и выдох на 4 счета через губы, сомкнутые трубочкой. Выдох через один угол рта, вдох через другой угол рта. Мы создаем препятствие то вдоху, то выдоху. Замечательно. Также мы препятствия можем создать, затрудняя вдох и выдох, закрывая попеременно то одну ноздрю, то другую. Пожалуйста, вдох через одну ноздрю, выдох через другую. Еще раз вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох. Замечательно. Сейчас сделаем несколько упражнений из парадоксальной дыхательной гимнастики Стрельниковой, которая нам поможет тренировать и вдох, и выдох. Для этого попросим Анну Юрьевну показать нам ладошки. И делать будем вдох и выдох. Вдох у нас будет форсированный, усиленный. Выдох будет происходить самостоятельно. Когда мы делаем вдох, мы сжимаем ладони. Когда мы делаем выдох, мы ладони разжимаем. На вдохе делаем акцент. Вдох шмыгающий, сильный. Выдох происходит самостоятельно. Пожалуйста, подсчет. Раз. Пошли. Два. Раз. Два. Раз, два, раз, два. Спасибо. Достаточно. Еще очень интересное упражнение из дыхательной гимнастики Александры Николаевны Стрельниковой. Называется «Откуда пахнет гарью? С пола или с потолка?» Делаем вдох носом, перекрывая себе дыхание, опустив голову, шмыгающий вдох носом с пола. Где-то посередине происходит выдох и вдох с потолка. Упражнение называется «Откуда пахнет гарью?». На выдохе мы не акцентируемся, выдох происходит самостоятельно, самопроизвольно, где-то посередине. Для того, чтобы выдох происходил легче, можно открыть рот. Следующее упражнение – это повороты. Вдох с одного плечика, вдох с другого. Александра Николаевна Стрельникова называла это упражнение «Нет, нет болезни». Пожалуйста, вдох. Не забывайте делать выдох где-то посередине. Выдох посередине. Ровно посередине, где-то самопроизвольно должен происходить выдох. И третье упражнение на шейный отдел, дыхательное, с препятствием, сопротивлением, называется погончики. Вдох при наклоне налево, вдох при наклоне направо. Без рук, только в шейном отделе. Отлично, спасибо. Теперь сделаем несколько упражнений, вентилирующих легкие. Оба легких. При вдохе поднимаем руки, при выдохе опускаем в положении сидя. Вдох. И при выдохе опускаем. Замечательно. Еще раз вдох. Выдох. И еще раз вдох. Выдох. Очень хорошо. Теперь мы можем переходить к исходному положению стоя, считая, что наш пациент достаточно оптимально восстановился. Будем делать динамические дыхательные упражнения. Делаем вдох, руки через стороны вверх, выдох с наклоном делаем вниз. Делаем вдох, поднимаем руки через стороны вверх, выдох с наклоном вниз. И еще раз вдох, выдох. Отлично. Руки на пояс.
И теперь проинтегрируем поочередно правое и левое легкое, делая наклоны влево и вправо со вдохом. Пожалуйста, вдох. Возвращаемся в исходное положение. Выдох. Вдох. Выдох. Снова вдох. Выдох. Замечательно. Вдох. Выдох. Отлично. Сделаем несколько упражнений, которые будут позволять нам расправлять оба легких. Обе руки расправим в стороны, разведем и сделаем максимальный вдох. Вдох. Обнимем себя. Выдох. Снова вдох. Выдох. И еще разочек. Вдох. Выдох. Замечательно. Закончили упражнение. Следите за тем, когда вы находитесь в исходном положении стоя, чтобы голова не кружилась. И если вы абсолютно уверены в себе, делайте такое дыхание. И завершить наше упражнение мне бы хотелось некоторыми элементами звуковой гимнастики, произнесения звуков. Звуковая гимнастика будет обладать прекрасным осцилляторным эффектом, то есть создавать вибрацию легочной ткани, способствовать отхождению мокроты и дренировать легкие. Начнем мы наше упражнение с произнесения согласного звука «м». Будем произносить закрытым ртом. Это называется закрытый стон. Для того, чтобы максимально ощутить вибрационное воздействие, одну руку положим на грудную клетку. Пожалуйста. Делаем звук М. Чем дольше мы тянем этот звук, тем лучше будет ощущаться эффект. Также, помимо этих несложных упражнений, мы хотели бы показать вам несколько интересных навыков самомассажа рефлекторных точек, которые облегчат вам дыхание и непременно улучшат ваше состояние. Мы производим рефлекторный массаж в области грудины и яремной вырезки. Производить массаж можно смещением кожи над этой областью, а также как буравчиком на 4 счета основанием или большого пальца, или всех подушечек пальцев, на 4 счета в одном направлении, а затем на 4 счета в другом направлении. Вот такие несложные упражнения. Массажные движения, звуковая гимнастика, безусловно, я уверена, окажут вам неоценимую помощь в деле сохранения вашего здоровья. А мы, кафедра спортивной медицины и физической реабилитации, всегда остаемся рядом с вами. Здоровья вам и до новых встреч!